На моем игровом канале есть шутерный трейлер. Это для тех, кому интересно. Ссылка под этим видео. Снова новый видос. Недавно я выложил встречу подписчиков. Теперь кто человек года? Недавно я купил журнал. На нем Илон Маск. Какую сторону силы он принял в «Звездных войнах» с Россией? Пока Роскосмос лишь обещает достроить космодром, Восточный запустить ракеты «Ангара» и «Союз-5», и дать старт миссии «Луна Глоб» Илон Маск действует 30 мая. SpaceX стала первой частной компанией, отправившей корабль с астронавтами к МКС. Но помимо космической гонки, Маска с Россией связывает кое-что еще. В один июльский день в 2001 году инженер Джим Кентрелл ехал по делам в своем кабриолете, когда у него зазвонил телефон. Парень со странным акцентом на том конце провода сказал: «Мне очень нужно с вами поговорить. Я миллиардер из Лос-Анджелеса и хочу начать космическую программу». Еще один псих, подумал Джим, останавливаясь у закусочной. Но вслух он произнес следующее. Как там вас зовут? Э.Н. Маск? 2020 год еще не закончился, но Илон Маск, он подходящий кандидат как человек года. Можете в комментариях написать, кого вы считаете, кто человек года. We'll be right back.